Итак, друзья, всем привет! Добро пожаловать на четвертую заключительную часть видоса про передний ведущий мост. Мост собран, осталось теперь его запаковать и отправить заказчику. Значит, как многие могли подумать, что это мост делаю себе. Нет, мужики, мне мост заказали на колею 70. Я его просто взял и сделал, даже без токарных работ, без токаря. Вот, так будет, наверное, правильнее. Никаких проблем у меня вообще не возникло с постройкой. Все очень легко и просто. Кому интересно, мужики, кому интересно, переходите на мой канал Дзен. Третья часть видоса на моем канале. Не забудьте подписаться, оценить видос, написать комментарий. Напишите комментарий под любым видосом, мужики, под любым. Напишите, что я пришел с Ютуба, да, я буду знать, что это вот подписчик, который пришел с Ютуба, и он тем самым отблагодарил меня, да, за вот эти все мои бредовые самоделки, идеи, подробные видосы. Кому-то не нравится, мужики, моя рука. Смотрите, беситесь. Других роликов не будет. Рука будет всегда присутствовать. Как хотите. Мой канал буду показывать и рассказывать так, как я считаю нужным. Поэтому перчатка наоборот, рука в кадре, я за кадром. Все. Это называется видео от первого лица. Вы когда-нибудь смотрели, да, видео от первого лица? Так вот, это всегда рука, экшен. Это экшен, мужики. Понятно, да? Так что не обижайтесь, не обижайтесь. Но по-другому не будет. Как-то так. Ладно, всем пока, всем удачи. Увидимся на Дзене, на третьей части. Мужики, жду ваших комментариев. Видос получился длинноват, конечно, и то я его урезал, там часа на два было. Ну, показал весь процесс. Все. С вами был Санек, еще увидимся. А может и не увидимся. Возможно, YouTube заблокируют, как и все остальные причандалы эти в соцсети, да? Как-то так.